7 июля. Ирина, вот ваше кресло. Evolution Nomad версия 3. Цвет серенький. Абсолютно новый, абсолютно запечатанный. Также бесплатно даем комплект для улучшения конструкции кресла и его эргономики. Такой секретный наш комплект. Конечно, без этого комплекта кресло чуть-чуть, ну, по-другому будет ощущаться. Значит, так как рост у веса рост у пользователя 1,70 м, дополнительно еще кресло мы даем очень важную информацию, которую вам тоже никто нигде не скажет. А это значит, чтобы было комфортно, ноги не висели, где у нас Nomad, со временем, или если есть старое кресло с колесиками маленького диаметра, мы вот ставим колесики от этого кресла с маленьким диаметром. То есть кресло сразу опустится еще на 2 сантиметра ниже. Это единственный способ уменьшить высоту сидения. Установим вам самый короткий газлифт, но это еще сантиметр даст. Ну и, соответственно, использовать кресло вот с этой подушкой, так как тело выдвигается минус там 5-6 сантиметров. Тоже благосклонно будет влиять на коленный сустав. Ну, чтобы здесь было хоть какое-то, хоть сантиметр пространства между ногами и фронтом кресла. Это очень важная информация. По эксплуатации угол наклона, правильно с ним взаимодействуем, поднимаем вверх, а потом откладываем спиной на спинку. Вот это вот надо понять, что при поднятии рычага никаких хрустов не должно быть. А чтобы этого не было, при поднятии рычага нельзя давить на спинку. То есть не прикладывать спиной никакого усилия. Только слегка можно придерживать, касаться поясницей. Это вот надо запомнить. Так, продолжаем. Здесь все хорошо. Ничего не торчит, все на месте, все прошито. Так, пока его сюда. Так, валик под спину. Подушка для головы. Болтики на месте. Так, само сиденье смотрим, чтобы ничего не торчало. Замечательно. Инструкция есть, мультиблок, пыльник. Пыльник я положу в эту коробку, так как я ее вскрою. Здесь у нас находится газлифт, пока я всегда в сторону. Тоже установим самый короткий газлифт. Ну, что можем, то и адаптируем. Так, угол наклона. Ну, подлокотнички давайте посмотрим. Так, замечательно. Все устраивает. Мультиблок тоже надо будет его чуть-чуть отредактировать, что требует. Вот современный мультиблок, никаких сварочных швов. Так, тоже важный инструмент, гайка для регулировки режима качания. Настраиваете, ищете свою золотую середину. Очень важный регулировочный элемент в этом изделии. Все замечательно. Так, ждем оплату. Ну, доставка будет Яндекс.Такси по Санкт-Петербургу. Все, после оплаты можно будет заказывать. Все координаты я скину.